Доброе время суток. Сегодня в заточке был вот этот нож. Небольшой клинок 100 мм или 105. Сделан в Китае. Сталь D2. Американская сталь D2. Здесь клеймо производителя. D2 американская. При том, что в Китае делают достаточное количество стали, являющейся аналогом D2. Но китайские производители почему-то все равно пишут D2. Ну, наверное, для улучшения продаваемости стали. Хотя, может быть, они действительно через весь мир покупают эту сталь и делают свои клинки, которые продают относительно недорого, относительно американских ножей. Вот. Что сказать об этом ноже? Заточен под 39 градусов. С небольшим повышением угла до 40 на Чарли Форест. Ну, в принципе, пожалуй, все. Попробуем, как он режет. Нож рабочий, не тупой. Всем хорошего дня, удачи. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.